Сегодня Всемирный день телевидения. Праздник появился в 1998 году, когда Генеральная ассамблея ООН предложила обмениваться странам 21 ноября телепрограммами о мире, безопасности, разнообразии культур. Национальное телевидение Чувашии отметило свой профессиональный праздник веселым флешмобом. Удобное кресло, пульт от телевизора и горячий чай. Но в самом центре города. Юные журналисты национального телевидения Чувашии сегодня сильно удивили прохожих. Желающих нажать кнопку на пульте и поменять рекламный ролик на любимую телепрограмму нашего канала оказалось очень много. Мы смотрим программу «Республика». Благодаря этой программе знаем, что происходит в городе. Поздравляем с праздником всех журналистов, желаем новых проектов и больших рейтингов. Моя любимая детская программа – это «Акил Бупсер», а моя – это «Шок-шоу». Если я не успеваю ее посмотреть по телевизору, то я смотрю ее в интернете. Телевидение, оно передает информацию, развлекает, помогает людям. Поэтому, когда я вырасту, я хочу работать на телевидении. Все люди так или иначе смотрят телевизор, и это превращает сегодняшний день во всеобщий праздник. И отметить его нужно, разумеется, перед экраном. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.